Южно-сахалинские волонтеры пожертвовали приюту «Пес и кот» более 100 килограммов сухого корма. Напомню, в январе там произошел пожар, пламя полностью охватило второй этаж здания. Удалось спасти около 400 собак и кошек. Сейчас положение приюта улучшилось. Четвероногие вернулись в свои вольеры. Добровольцы и неравнодушные горожане продолжают помогать животным. Привозят корма, ветошь, теплые ткани. Но тем самым мы хотим сподвигнуть людей о том, что сделать добро может каждый. То есть просто прийти в магазин, потратить 1000 рублей, купить тот же самый корм, зато, по крайней мере, это будет посильная помощь пострадавшему приюту. Я считаю, что очень важно, в принципе, волонтерить, помогать людям, в том числе животным. Я безумно люблю животных и очень рада помогать приюту, особенно когда случилась такая беда с приютом. Я тоже принимала участие. Помощь от добровольцев в приют поступает каждый месяц. Присоединиться и внести посильный вклад может любой желающий.